Всем привет! Вы на канале Ани Казет. Меня зовут Аня. Сегодня я получила долгожданную посылку от магазина Василек. Это не реклама, не сотрудничество. Я заказала сама первый раз в этом интернет-магазине. Я бы, конечно, была не против, если бы Василек предложил бы мне сотрудничество. Но пока что я заказываю сама такие посылочки. Вот буквально только что получила. Давайте распакуем, посмотрим, что там такое. Надо аккуратно как-то открыть. Пришла довольно-таки быстро. Они писали, что придет сообщение там, с кодом отслеживания, все такое. Но ничего я не успела получить. Мне сразу сегодня пришла, ну, дней 5, наверное, прошло с момента заказа. Вот. И при заказе было написано, что до СДЭК доставка бесплатна, но почему-то сейчас я заплатила 220 рублей. Наверное, это была доставка. Я так думаю. Напишите, кто знает. На сайте было написано, что доставка доставит бесплатно. А по факту я заплатила 220 рублей. Ну и ладно. Заплатила. Так. Что у нас тут? Сразу увидела что-то интересная маска в подарок, наверное. Я видела, что там были в каталоге маски. Так, не так. Ну, спасибо. Дай бог, что не пригодится, но зачет. Удивились. Так. Это я заказала бриджи хлопковые. Такие просто дома ходить. Тут написано 42-го. До 48-го размера тянутся. Я померяю, и здесь вот вам буду вставлять видео. Вот. Такие вот они. Знаете, стоит копейки, но качество мне очень нравится. Вот такая широкая резинка. Такие плотненькие, хорошие. Класс. Мне понравилось. Так, затем, что мне еще тут пришло? А, тут у нас есть накладная. Бриджи стоили 237 рублей. За 10 рублей очень даже хорошее качество. Еще я заказала себе, вообще-то пижама, но я взяла как дома ходить. Костюмчик тоже примерю, ставлю. Как я в нем, да вот так. Маечка. С веселой картинкой. И шорты к ней. Думаю, что шорты должны быть как раз. Брала я 50-й размер. Вот, думаю, что будут так свободненько. Я сначала хотела 48-й, потом думаю, будет сильно облегать. Не очень как-то. В общем, такая вот пижамка. И последнее, собственно, ради чего я делала этот заказ. Давно мечтала о простыне на резинке. И вот заказала на Васильке такую вот простыню. Размер у нее 140 на 200 и на 20. 492 рубля она стоит. Вязь. Сейчас я хочу на ощупь ее посмотреть. Открывается. Мне нравится. Со звездочками у нас плед
Правда, синие со звездочками, с белыми. Вот простынь тоже. Кстати, запаха нет никакого. Вот, в общем, тоже примерю на матрас, потом вам здесь вот увидите картинку, как она. Вроде должно подойти по размеру. Свет тоже приятный, не хотела какой-то яркий, просто полосочки, звездочки. Вот, вот такой вот был небольшой заказ. Возможно, что буду еще заказывать что-нибудь на Васильке. Те же просто, если понравится, то закажу еще как минимум одну-две точно. Вот. Так что так вот, пишите свои комментарии, как вы относитесь к этому магазину, что заказываете, может быть, вы что-то посоветуете мне заказать, как выгоднее заказывать, через почту или через ДЭК. В общем, пишите, будет очень интересно почитать ваши комментарии. Все, ссылочки я вам не буду никакие оставлять, потому что это не реклама, я первый раз познакомилась с этой компанией. Вот. В общем, сайт вы все это знаете, а конкретные ссылки я на товары не буду оставлять, уж простите. Была бы это реклама, я бы, конечно, оставила. Все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.